Доброе время суток, дорогие друзья! С вами Степан Левиновский. В сегодняшнем видео я хочу вас ознакомить, как регистрироваться в замечательном португальском проекте, который недавно вышел в интернет. Это Либертагия. Итак, вы зашли по ссылке своего спонсора, человека, который пригласил вас, и здесь предлагают подтвердить. Вот вы должны сразу же нажать на Confirm, что вы подтверждаете, что он является вашим спонсором. Но здесь я переводить не буду, можно, конечно, перевести, но оно все равно не переводит вот эти. Оно все равно будет на английском, или можно выбирать здесь английский, испанский, португальский. Вот. Я оставляю так, как оно есть. Итак, вот первое, что мы должны здесь заполнять, вот первое здесь пишем свое имя. Во втором это фамилия. Дальше здесь мы должны заполнить имя документа, удостоверяющего нашу личность. Это или паспорт, или как в данном случае у меня, это резиденция, титул резиденции, это португальское как раз. Вот я и вписываю сюда номер резиденции. Вот я вписал номер своей резиденции в этой клеточке. В этой мы должны эту придумаем свое, вот оно будет отображаться в линке, свое никнейм, ну, придуманное имя. У меня всегда одно. Levis 30. И email. Здесь вписываем email и здесь подтверждаем email. Вот, писал я свой Gmail, здесь подтверждение Gmail, и здесь придумаем свой паспорт.